26 августа 2016 года, коса Беляус, Черноморский район, Крым. Вот. Такое вот буквально Карибское море, красотища неописуемая. Да, пальм тут нет, ну как бы очень много маслин. Кто любит тенечки, есть кому куда спрятаться. Людей очень-очень мало. Это отдаленное место, западное побережье Крыма. С обратной стороны вот тут вот там маяк, пролив, озеро Донузлав начинается. Ну, через пролив там уже очень людно, там мирное, кипит отдыхающими. Ой, ну да, мирная поповка, штормовой, там отдыхают очень-очень много, там я бы купать негде на побережье, в принципе, могу показать заставочку, кусочек. А вот это вот обратная сторона, через Донузлав, где никого практически нет. Здесь хоть, ой, хоть футбол играй. Очень-очень мало людей, это которые местные, знают это место. Море просто отлично, супер. Медиа прям на дне собирали. Говорят, крабы гуляют. Мама пока сегодня не видела, думаю, наши дети купаются. Вода чистая, песочек местами розовый, местами белый. 24 августа. Уходи!